А в Пекине в разгаре подготовка к зимней Олимпиаде 2022 года. Объекты уже посетили представители МОК и выразили уверенность, что китайская столица готова принять инклюзивные, открытые и честные соревнования. Пекин становится хозяином Олимпиады уже не впервые. Город принимал зимние игры 2008 года. Тогда страна-хозяйка завоевала 51 золотую медаль. В 2022 году планируется разыграть 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Старт игр намечен на февраль. В МОК высоко оценили уровень подготовки к главному спортивному событию года, а также призвали избавить состязания от политической составляющей. Олимпиада – это прежде всего солидарность. Она не имеет ничего общего с политикой. Игры должны служить платформой для сотрудничества между странами, а не инструментом политической борьбы.